Совсем недавно воспитанник 27-й школы Денис Новицкий прославился на весь Ангарск в качестве победителя муниципального конкурса «Лучший ученик года 2023». Спустя несколько дней молодой человек оказался в списке приглашенных гостей телепроекта «Призвание учить». Юноша пришел на съемку со своим наставником. Постоянно участвуем в конкурсах, развиваемся, узнаем что-то новое. Недавно мы были на смене движения первых. Также являемся активными участниками проекта «Хранители истории». Сейчас мы активно ведем наши соцсети, развиваем движение первых в нашей школе, участвуем во многих проектах и планируем дальше развиваться. Движение первых позволяет нашей школе безгранично участвовать в разных всероссийских конкурсах. Мы побеждаем на них, и дети имеют возможность ездить во всероссийские лагеря, а также получать различные подарки и плюшки для своей будущей жизни. В этот раз незаменимые ведущие акции собеседовали с гостями на разнообразные темы. Первыми студию посетили комсомольцы, которые совсем недавно принимали участие в создании фильма от нашей телекомпании, посвященного 105-летию комсомола. Гости вспомнили годы своей молодости и подметили важные моменты для нынешнего поколения. Иметь какой-то фундамент для того, чтобы вот развивать все свои движения, которые сегодня молодежные существуют. Это и движение первых, и октябрята, и все, что сегодня существует, и волонтерство. То есть на фундаменте вот именно хотелось бы, что комсомольской жизни нашей вот воспитывались ребята сегодня. Телезрители могли познакомиться и с младшим поколением. Ученики 4-й школы рассказали о своих успехах и том, как прошло торжественное посвящение в ряды орлят России. Учимся, растем, мечтаем вместе! Браво, браво! Молодцы! Немалую часть программы заняли разговоры о недавно завершившемся фестивале «Делай город фест». Первые лица округа совместно с его организаторами подвели итоги прошедшего праздника. Напомним, полный выпуск вы сможете посмотреть в телеграм-канале телекомпании «Актис». А до конца года телекомпания «Актис» порадует зрителей следующими сериями уникального и познавательного телепроекта «Призвание учить». Егор Сорокин, Александр Черник, Олег Левченко. Местное время.